Международный музыкальный фестиваль к 70-летию народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Праздник музыки пройдет с 17 по 30 января и объединит всю страну от Сахалина до Калининграда. Духовые симфонические оркестры, хоры, ансамбли песни и пляски, детские коллективы. Торжественная церемония открытия на сцене Государственного академического Большого театра России при участии ансамбля имени Александрова и Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. В концертном зале Мариинского театра выступит Адмиралтейский оркестр. Старейший духовой оркестр, основанный по приказу Петра I, 350-летие которого отмечается в 2022 году. Музей-усадьба Астафьева, русский Парнас, вечер романса, фестиваль детских и молодежных духовых оркестров Музея Победы и детской школе искусств имени Балакирева. Музыканты из Тывы, единственный в мире духовой оркестр, выступающий на коньках, представит свою программу на ГУМ-катке на Красной площади и на Соборной площади у главного храма Вооруженных сил России. Заключительный гала-концерт 30 января, в день рождения Валерия Халилова. Дефиле оркестров, звезды отечественной эстрады, сводный оркестр и хор во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Все подробности на сайте фестиваля и в наших социальных сетях.